Hey, yo, guys, с вами Шумики, мы продолжаем пройти игру под названием Shadow Warriors. И может быть это даже будет финальная серия игры. Так, у нас все же перезаряжено. О, автомат перезаряжен. Готово. Так, ну у нас остается только одна печать с вами. Одна печать и проход. Ну и тут еще что есть. А, так есть. Я тут был. Не-е-е. Ну ладно. Я еще к нему видел. Ну что, посмотрим, что здесь. Что-то орет большое. Так, мне эти хери, подожди, не нужны. Зеленые кокульки. С зелеными я разобрался, так? Странно. Ладно. Давай сесть сюда. Ладно, ребят, сюда. Неужто эффект пошел? Ну, блин, ну я же вас бью об стену. Еще так, ладно, 7, так уж и быть, еще потрачу. Да ладно. Что это за дерьмо? Неужто? Неужто? Да, круто. Он пытался закинуть. Надо сразу смотреть, нету ли тут больших. Так, вижу одного большого. Еще одного вижу клоуна. Семь. Ну давай, вас двоих убьем. Блядь, ладно. Херово сыграно. О, я хп не посмотрел.
Чё так? Подожди. Это плохо. Так, к тебе сейчас гигант подойду, подожди. Сразу все пособираю, что здесь было. Сейчас мы сейчас все сделаем по красоте. Пять. Побежал. Еще. Кто дальше? Ёб твою ж, сколько вас? Он успел, да, щит поставить, тварь? Еще где-то есть? А, я вижу. Ладно. Уж сорян. Фух, это хорошо, это когда ту способность прокачал. Я дай выйти, тварь. Варына. А ты в чем меня еще стреляешь? Ты что хочешь? Сейчас с тобой разберемся. Умный такой. Давай. Давай, давай. Давай.
Давай в ту сторону, приятель. Зила, я здесь. Все, нигде тебе больше прятаться. Входи, Лованг. Манать. Я на самом деле думал, что я сдохну. В том углу. Фу, пронесло. Так, нужно все пособирать, где что лежит. Это что-то жопа. Так. Да, для базуки у меня вообще патронов нету. Что это такое? Стрела для арбалета. Блин, мне бы патрон на самом деле. Вот неплохо. Так, ладно, F5. Дальше U. Магия. Так, это навыки. Сердцеед, вооружен. Мелкий предмет, вы находите больше патронов. Ну, патроны, блин, 10%, я не знаю, это много, немного. Клинок потенциального бойца сражен энергетика, что делает его удары более смертоносные. Ки-удары носят больше удара. Урона. Ну блин, ну я все равно ничего риски не играю, поэтому сорян. Я знаю, там да, есть очень хорошая способность, но. Мне нужно все в экономику. Может, нужно было патроны закупить? Где ты, крыс? Я смотрю, есть ли тут что-нибудь. А, ты хочешь матч-реванш? Я так понимаю. F5. Давай. So this is it. Вот оно как. Дворняга пришла укусить руку своего хозяина в последний раз. Выходи, Зила. Да, мы знаем, что ты здесь, старый мерзавец. Делись как мужчина и умри как мужчина. Я вижу, ты с собой дружок привел. Расскажи мне, демоне, какого это быть бессмертным? Whatever Enra promised you, it's not going to happen. After I'm done with you, I will have the Nobitsurakage. And when I do, Enra shall kneel before me. Давай, ты где? Keep dreaming, Zilla. He's on your back. Он за тобой. Идем. Мы просто его режем. Ну типа да, он ушел в инвиз, но сейчас я вот так повернусь. Ой, да ладно. Он сзади топает. Что? Мы это уже проходили, Зила. Вот как. Я сделал это.
Набицука Каги у меня. О, да! Он у меня! Я сделал это! Дело сделано, навигация Хаги есть. Тебе смотрю на него, нам нужно идти. Но Алти находится слеза. Ударь по ней. Давай! Я могу портал? Чё-то нихера не понял. Ну, я попытаюсь за эту серию уж все успеть. То, что у нас осталась последняя глава, финальная. Да, все-таки хорошо, что я решил продолжить прохождение данной игры, потому что есть вторая часть. Ну, за вторую часть я не знаю, буду проходить или нет. У меня еще Call of Duty там стоит, в задолжках. Глава 17. Если это победа. Ладно, ублюдки. Кому тут нужен член? Вот он, высочайшая гора в царстве теней. Может ли мы забраться на нее? Есть только один способ выяснить. Я понял. Там уже стоит красавчик, я смотрю. Так, что же делает наш новый меч? Улучшенный меч. Что же ты делаешь? Так, клинок с гравитационным... Говорят, что кузнец, ковавший этот меч, достиг окончательного просветления при завершении клинка. Каждый удар создает разрушительную волну ки. В смысле? Вау. Это круто. Нет, это действительно круто. Так, что мы тогда делаем? Подожди, патроны у меня по патронам. Выйди, пожалуйста. Беси нахуй. 7. 7. Все, покупаем патроны. На все, что мне есть. Всего 30 патронов, можно мне только 9. ГГГ. Побежали к гиганту. Ну, в принципе, да, теперь мы сильны и можем просто раскидывать врагов. Просто разрезаю их. Новое достижение. А, вот этого достижения мы еще не получали. Нет, способность офигенная. Вау, тихо.
Я понял, до свидания. Вау, а чё так? Он не помогает. Хилимся. Может, мне мечом будет лучше его разносить? Нужно пули. Да, слабак. Так, хилимся, подожди. Все. Ну, меч классный. Он упал, типа? Но я не верю, что это надолго, да? Шепчущий? Что? Осторожно! Нет, нет! Не смей! Не смей! Нет, нет! Я приказываю тебе! Стой! Стой на месте! Нет! Нет, нет, нет! Не смей! Вернись сюда! Нет! У меня только что украли все, что у меня было, да? По пулям. Ладно. Stay away from his mouth. Где пулемет? Давай. Я понял. Почему ракетницы такие херовые? Семь. Не успел. Семь. Раз. Два. Три. Окей. Патроны пропали. Сука, нужно было их пособирать. Хилимся. Another whisperer? Еще один шепчущий, но... О, это твой... Не так ли? Да. Последнее создание способно прикоснуться к... Набиоту... Кроме меня. Того, кто не будет выполнять приказы Энри. Я вас понял. Короче, три выстрела в защиту, и он падает. Дальше мы используем пулемет. Повернись, смертный. Спасайся, я уйду, когда получу меч. Но тебе... Так, не твой бой, не трать свою жизнь. Она просто... Могу я победить его без меча, Ходзи? Тебе и так... Так, крышка, я доверяю этому гаду, как же... Как доверяю перестать? Ладно.
So what do так, we что do? Же мы делаем? Я не понимаю, но я обещаю. Так, F5. Я думал, со мной никто не сражался. Типа, арена очень огромная. Там. Вот и она. Амион, она жила здесь всю свою жизнь, плача, чтобы мы процветали. Ты выбрал способность смертного хода. Однако они нам больше не нужны. Ты выбрал... Что-то время. Но эти твои големы такие удивительные и так подходящие под мои замыслы. Теперь создание, которое ты сделал для своего утешения, заберет твою жизнь. Судьбу не обманешь. Я пытался защитить тебя, но ты не оставил мне выбора. Ты останешься в памяти как тот, кто спас нас. Ходи, другого пути нет. Позволю тебе не согласиться. Это не так. Мы все боимся смерти. Ой, я не против умереть. Я против лишь умереть за тебя. Что ты делаешь? Того, ради чего я родился. Нарушить правила. Ходи, нет. Ты высокомерный, безрассудный. Высокомерный? Может быть. Но безрассудный? Я не вижу тебя яснее, чем когда-либо. Она должна... Она будет пробуждена. И будет. Но не моей кровью. Ходи. Ходи. Чтобы все будет нормально. Вряд ли. Огонь пожирает меня изнутри. О чем ты думал, черт возьми? Ты дал мне обещание, и я заставлю тебя его сдержать. Кроме того, ты видел выражение лица Энры? Как будто кто-то наградил его кукурузные хлопья. Однако, она много стоит. Наградил. Походу, это точно последняя битва. Просто... Не дай ему забрать меч. Он не сможет скрываться от этого. Хонзи, только ты не говоришь, что умираешь, Хонзи. Хонзи умер? F5. А давайте такое сделаем сохранение. О, теперь я могу пулять лучики. В смысле? Почему меня что-то невидимо не пропускало? Да, круто. Ей. Великолепно. Да уж.
Что мне не пропускает? Да ладно. Прикольно. Больше рывок вперед не делаю. Вот теперь можно. F5. Ну да. Он возвращается. Ну, с помощью меча я тебя одолею, приятель. А что у тебя осталось? Плевать. Плевать. Есть меч. Я хочу с помощью меча это сделать. Ой, ладно, короче, я понял. Так, тришка. Тришка. Хилимся. Перезарядочка. Перезарядочка. Как же мне отсюда неудобно стрелять? Если бы вы знали. Привет. Так, троечка. Блин, главное под правильным углом стрелять, тогда все будет залетать. Да ладно! Это сейчас серьезно, приятель. Расчехляйся. Ладно, я понял. Базука в дело. Хилимся, стреляем. Стреляем. А, просто одна пуля. Как... Одной пули не хватило. Знаешь поговорку, всегда ступай мягко и наноси больше меч невероятного могущества. Бэм. Нет. Нет. Этого не может быть. Мой брат.
Звезда! Ты же не хочешь сказать, что она сейчас снова восстановится? Тогда F5, ты мертв, Син. You are dead. Ты мертв. Сразу хилимся. Положите конец правлению Энри. Ну, как я понимаю, не сюда же, да? Что случилось? Где Энра? Я убил Сина. Точнее, его тело. Хорошо. Тогда дело сделано. Не сделано. Ничего не сделано. Я не знаю, где он. Я не думаю, что у нас есть выбор. Я выбираю тебя, потому что ты мог обращаться с мечом, и потому что я думал, что смогу справиться с тобой, чтобы ты был силен телом, но не духом. Но я ошибся, Лаванг. Ты вернулся за мной, чтобы сразиться в чужой битве. Ты уже победил. Но Энра, ты уже победил. Скажи моей сестре, что я сожалею. Драгоценная сестра, я навсегда запомнил день, когда я впервые увидел тебя. И хотя я жаждал встречи с тобой, оставляя игрушки у твоей двери из страданий или любопытства, я бы не смел взглянуть на тебя, если бы ты не решила иначе. Теперь это не имеет значения. Наш секрет известен всем. Я не ожидал, что ты станешь счастлива. Но это случилось, и твои слезы перестали течь. Без них земля высохла. И что неизбежно, Энра зашел на твою гору и нашел нас. Ты должна была оставаться со мной. Ты заставила меня поверить, что я способен стать кем-то другим. И за это я никогда не прощу тебя. Наказание было для меня насмешкой. Оно было нечто по сравнению с тем, что потерял тебя, По крайней мере, дождь снова вернулся. Но я говорю, плевать на дождь. Довольно с меня Энри и послушивающая Микро. Рабство Микро. Тебе нужно одиночество? Я дам тебе одиночество. И бедняга синкретическая печатью, это тварь на мне. Мое сердце стекает кровью, но другого выхода нет. Я навсегда запомню день, что свел меня с тобой. И именно поэтому я должен похоронить память о тебе. Я не хочу быть рабом боли. Я умру свободно.
Мой мир в твоих руках, Чилен. Если это победа, значит, вы со своим братом победили. Такая тишина. А я мог типа просто уйти? Го, попробуем. Я сохраню и просто уйду, попытаюсь. Мне кажется, эта игра линейная, типа здесь без других каких-то концовок. Ну, голем там все еще лежит, я смотрю. Так, она что, свалила? Я не понял. Она что, офигела? А, так это ты переграждал мне дорогу. А, как тут за скриптом нахуево все. Дождь пошел. А, нашего героя поколузали. Лысого. И это все? Типа конец? Ну блин, ну есть вторая часть, я не знаю, типа она продолжает пойти, скорее всего. Сюжет первый, там даже по крыше можно гасать, типа там. Немножко как свободного мира, именно в локации. Там открытый мир во второй части. Ну снова же, я говорю, я не знаю, потому что у меня много сложностей. У меня еще Биошок. Биошок я по-любому тоже буду проходить. Ну ладно, все, мы это посмотрим потом. Поэтому как если оценивать игру? В принципе, плюсы. Большое разнообразие врагов, большое разнообразие оружия, есть элементы РПГ, то есть прокачка, как персонажа, так и оружия, так и вообще просто способностей. Также можно отметить сюжетную линию. То есть вообще сюжет, более такой, ну, с какой-то степени примитивный, но в какой-то степени бывает и нет. А боссы? Боссы легкие. Все легкие, однотипные, в плане того, что ты ломаешь броню, и все. Типа, от первого босса и от вот этого отличало только петух, летающий, который был. Также можно отметить пасхалки. В игре очень много отсылок, пасхалок к играм, к фильмам, к любым каким-то компаниям, которые вообще были, как бы, взаимодействованы с данной игрой. Что еще можно? Локации было отметить. Ну, из локаций у нас были горы, фабрики. А, моря были, да, были. По врагам. Ну, враги в основном.
по сложности были только бесячие, это бегуны и шаманы. Шаман, потому что он очень живучий, и он просто дохера скелетов создает. А бегущий, это который я того назвал, который бык, типа, на нас, который летит. Не минотавр, а который на нас бежит просто, каменный такой. То, что он тоже, он немного по хп больше, чем тот, но от него довольно легко вернуться. Минотавр, либо тот же самый просто бык быком, он, так сказать, двухэтапный. Он усиливает всех врагов поблизости себя, также он... Базука. Три выстрела, он труп. Скелету нужно 5 выстрелов. Здоровяку тому, я не помню сколько, 6-7. Из таких рядовых, то есть слабых, да, вообще, врагов, можно было отметить это, ну, именно по отвратности. Из зеленых, потому что они создают постоянно свои шарики ебаные, которые в тебя катятся и взрываются, нанося тебе при этом довольно крупный урон. Самый хилый, это, наверное, первые враги были, потом в броне, летающие. Какие еще были враги, подождите. Блин, я не вспомню, скелеты тоже, но скелеты этот шаман можно просто отнести. Люди были, да, люди были. Люди-демоны или усиленные люди это были, я даже не могу так сказать. Из минусов можно однообразие боссов, это раз минус. Немножечко игра, когда ты долго в нее играешь, она тебе довольно так наскучивает. Допустим, в той лаборатории, когда мы спускались зимой, я на том моменте как раз и бросил на 4-6 месяцев игру. Даже если не больше, просто посмотрите там, когда был последний вообще видео по Shadow Warriors. Ну, именно я имею в плане, когда я начал перед этой серией, которая типа в этом месяце. Или это уже прошлый месяц, я даже не знаю, как это можно считать. Ну, музыка прикольная, типа. Не. Можно еще сказать запутанный, так, левел дизайн, потому что ты бываешь идешь куда-то, и ты просто путаешь, и ты думаешь. Стоп, я сюда шел, или я тут уже был, или мне сюда вообще нужно, или уж мне уже сюда не нужно. И ты бываешь вот это, ходишь в одно и то же место. И просто по нападкам врагам, ну, врагов просто как волны. Мы отбиваемся от волн врагов, все. То есть, если вначале было так, это прикольно, типа враги были просто раскинуты по уровню, а так они в последнее время просто из портала вылазят и все. Юмор в игре присутствует, да, можно, ну, его тут мало, но все равно можно немножко отнести к плюсу. Так, пойди уже все, да, заканчивается. Довольно была прикольная локация, вот еще мне запомнилось очень сильно, это пещера Бэтмена. То есть мы приходим в особняк, там особняк, мы подходим, идем в пещеру. Там машина Бэтмена, у нас там одежда, сюрикены, оружие, костюмы, бла-бла-бла. И много всего такого. Так, надоело, давай быстрее. Так, ну достижения дают мне это хорошо. Начать уровень заново, я чё, дурак? Как понять, очки за миссию? Бита врагов, хроматических действий, призы, нанесено урона, получено урона, бла-бла-бла, ладно. Возвращаемся в главное меню. Поздравляем, вы завершили Shadow Warrior. Чтобы заново пройти игру со своим оружием, со всем своим оружием, навыками магии, пожалуйста, начните новую игру в режиме Excel. Героический режим, режим Excel, режим выживания, выживание скорее просто волны. А дополнительно авторы, фильмы. Так мало их? Ну, это как раз вот
Без головы, да. И самая локация. Как понять, отпереть 47%? То есть у меня рисунков открыто на 47%? Это походу из-за того, что у меня игра тогда вылетала, и у меня типа сбросились достижения, скорее всего, и картинки, и видео. Ладненько, ребят, давайте тогда, я думаю, мы на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем до следующих игр. Всем пока.